Здравствуйте! Представляю вашему вниманию обзор новостей спорта. Из-за океана с наградами. Российские фигуристы заняли весь пьедестал почета в Ванкувере, где проходил финал юниорского гран-при. Наши отличились в состязаниях спортивных пар. Прикамский тандем Аполлинария Панфилова-Дмитрий Рылов показал третий результат. На 4 балла он отстал от победившей московской пары Анастасия Мишина-Александр Галямов. В Словении завершился первый этап Кубка мира по биатлону. В составе российской сборной на этих соревнованиях выступала и прикамская спортсменка Валерия Васнецова. В заключительной гонке преследования она заняла 31 место, допустив только один промах на огневом рубеже. Напомню, до этого наша стреляющая лыжница была 13-й и 21-й в индивидуальной гонке и спринте. В завершении настольном теннисе прошло первенство региона среди юношей и девушек не старше 13 лет. Участвовали все ведущие спортсмены. Они уже сейчас выезжают на представительные турниры в другие регионы и на равных играют со своими оппонентами. Совсем недавно, к примеру, Георгий Кайгородов неплохо отыграл на соревнованиях в Санкт-Петербурге. Там был международный турнир. Я занял 14 место из 68 участников. В Казани я занял 21 место. А в Чебоксарах 13. Георгий Кайгородов в этом турнире занял второе место. Он уступил в финале Тимофею Чернову. А у девушек победила Маргарита Папану. В решающей встрече она переиграла Юлию Плишкину. В смешанном парном разряде золото взяли Папану и Кайгородов. К этому часу все. Ждем развития спортивных событий.